600 метров на кольцевой развязке используйте. Наташа проснулась. Наконец-то у тебя шаббат закончился. Среда. Итак, сегодня какой у нас 5-й день наших покатушек? Сегодня 4 апреля, значит, 5-й день покатушек. Отправляемся из маленького городка Бад Гройсен в Хальштадт, который по фотографиям должен быть очень красивый. Ну а как это выглядит реально, сейчас посмотрим, потому что тут всего 9,5 километров от нашей гостиницы. Так что, надеюсь, путь наш будет недолгим. Ты туда полезешь? Да. Конечно, я туда полезу. Ты что, спрашиваешь, что ли? Давай. Переход Суворова через Альпы. Смотри, а то сейчас это. Ой. А то страховка нам понадобится. Коля, успокойся. Чего не сделаешь для селфи? Не, это не селфи. Ну? Видно, нет? Видно, видно. Давай в восторге на камне. Я не могу на камне, я сейчас свалюсь. Давай, давай, давай. Вы хоть запомнили, куда мы приехали, как это озеро называется? Нет. Хальштадтерзее. А, Хальштадтерзее. О, петушки, кукарекают. Так, телячьи восторги покатушников. Юля. Стоп. Классно! Стой. Кирилл, стой на месте. Штрассе. А елочка, цветочки, вот это вот дерево. Смотри, какое красивое.
сюда полдня провести. Точно, даже больше. Здесь просто можно сесть, сидеть, смотреть вокруг и наслаждаться красотой. Расскажите про свои впечатления. Это просто потрясающе. Я хочу в очередной раз остаться жить в очередном месте. Каждый новый город, куда мы не приезжаем, мне там хочется остаться. Но здесь вообще просто потрясающе. Просто потрясающе. Но я всем советую, друзья, приезжайте. Летом здесь вот так будут ходить. Извините, можно сфотографироваться? Приезжайте сюда, даже летом. Решили поехать первоначально в Хохоштерлиц, но потом подумали, что замков нам уже хватает, и нам бы как-то побольше природы посмотреть, поэтому в Хохоштерлиц мы не поедем, мы поедем в Целямзее и дальше туда на дорогу, которая идет из Инсбрука в Бальцано, в Верону и в Милан. Куда-то забрели в какую-то деревушку. Чуть-чуть не туда, куда хотели. Мы сейчас развернемся и поедем туда. Радха.
Хаус гараж около ратуши. Такие лодки, корабли. Вот тебе и цель Амзея. Вот они, новые немцы. Зебра. Автомобильная школа. Австрийское время 16 часов 3 минуты. Мы покидаем цель Амзея и направляемся в сторону Италии. Цель Амзея такой курортный городок типа Кисловодска. Здесь горнолыжники, сноубордисты, куча новых немцев в хиджабах. И никаких особых достопримечательностей здесь нет, кроме красивой природы, озера и горнолыжных склонов. По этому серому снегу еще какие-то горнолыжники катаются здесь. Цель Амзея. Все никак не могут успокоиться. Да не, горнолыжные склоны.
Станция нас встретила неласково. Дождь и такой довольно приличный. И безумно высокие цены на топливо. Если вы едете в Италию по дороге из Инсбрука в сторону Больцана и Трента, заправляйтесь в Австрии. И несмотря на то, что там от Инсбрука до границы будет евро 40, евро 45, заливайте. Потому что в Италии он будет евро 70 стоить. Это же самая солярка. Вот так вот. А теперь еще надо и гостиницу нам найти. У нас еще и нет гостиницы для общего счастья. Ну вот. Может быть, конечно, это, наверное, это все очень красиво. Это ущелье, по которому мы едем. А, да, и сразу платные дороги начались. Ну, все как надо. По полной программе. А ехать сейчас по бесплатной дороге петлять, это мы вообще до утра не доедем. Ни до Бальцана, ни тем более до Трента.